приняли в первом чтении. Окружные депутаты одобрили проект бюджета на 2018 год и плановый период. Просьбу услышали. Региональные доплаты к пенсии сможет получить большее число пенсионеров. Местами обеспечат. В Нарьян-Маре почти полностью закроют очередь в детские сады детей от 2 лет. Вы смотрите новости на телеканале «Север», в студии Ирина Цепетова. Бюджет Ненецкого округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении. Его основные параметры утвердили депутаты окружного парламента. По словам заместителя губернатора, руководителя департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяны Логвиненко, концепция проекта бюджета достаточно консервативна, но приоритеты, определенные ранее, будут сохранены. Это в первую очередь реализация майских указов президента, индексация заработной платы в бюджетной сфере и социальных выплат, продолжение начатых строек и бюджетных реформ. Бюджет Ненецкого округа на 2018 год формировался, исходя из среднегодовой цены нефти марки «Юралс» 43,8 долларов за баррель и среднегодового курса 64,7 рубля за доллар. Таковы разработанные Минэкономразвития сценарные условия, на основании которых регионы формируют свои бюджеты. Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в предстоящий 3-летний период являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, сокращение дефицита окружного бюджета, обеспечение реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, сохранение бюджета развития и повышение эффективности расходов, а также повышение прозрачности бюджетного процесса. Концепция бюджета на ближайшую 3-летку консервативно. Департамент финансов, отметила его руководитель Татьяна Логвиненко, исходит из реальной оценки окружных доходов. Доходы окружной казны в следующем году запланированы в объеме 14,2 миллиарда рублей, расходы 16,26 миллиардов, дефицит 2 миллиарда рублей или 14,5% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. На 2018 год источниками финансирования дефицита являются изменение остатков на счетах в размере 21 миллион рублей, погашение кредитов в размере 5 миллиардов 700 миллионов рублей и получение кредитов от кредитных организаций в размере 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Сумма бюджетных кредитов планируется в размере 1 миллиард 161 миллион рублей. На обслуживание госдолга в 2018 году нам потребуется 629 миллионов рублей. Основные источники пополнения казны в следующем году – налог на имущество, налог на прибыль организаций и прибыльная доля государства от реализации Харьягинского соглашения о разделе продукции. Поскольку доходная база окружного бюджета большей частью зависит от цены на нефть, на сегодняшний день нельзя быть на 100% уверенным в точности данного прогноза. Сложившаяся на сегодняшний день цена на нефть существенно выше цены, учтенной при формировании бюджета на 2017 год и на 2018 год, что дает основание полагать, что как в 2017 году, так и в 2018 году в окружной бюджет могут поступить сверхплановые доходы. Вместе с тем, в случае падения цены на нефть в отдельные временные периоды в 2018 году существуют риски невыполнения плановых показателей по налогу на прибыль организации, по налогу на прибыль при выполнении СРП, доходов в виде доли прибыльной продукции государства при СРП. Несмотря на все возможные риски, бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов более сбалансирован, чем бюджет текущего года. Бюджет на 2018 и 2019-2020 года носит ярко выраженный социальный характер, и лишь 62% расходов приходится на социальную сферу. В отличие от предыдущих кризисных годов, сейчас мы можем сказать, что у нас имеется пусть малая, но стабильная доходная база на 3-летний период в размере 14 миллиардов рублей на каждый год. Для сравнения, в прошлом году в первоначальном проекте закона было утверждено 12 миллиардов рублей на 2017 год и 11 миллиардов рублей на планы 2018-2019 года. Сейчас у главных распорядителей бюджетных средств есть возможность спланировать свою деятельность на следующие 3 года. После принятия бюджета в первом чтении подготовка главного финансового документа региона к принятию во втором. Сейчас предметом обсуждения станет расходная часть региональной казны. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Часть работающих пенсионеров Ненецкого округа вернет себе региональную доплату к пенсии. Соответствующие изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан сегодня на сессии сразу в 2 чтениях приняли депутаты окружного парламента.
С 1 июля текущего года региональную доплату к пенсии 2708 или 3100 рублей, а с 1 ноября 3108 рублей или 3500, в зависимости от стажа, получают только те пенсионеры, чей индивидуальный доход не превышает трехкратной величины прожиточного минимума. В него входят заработная плата, пенсия, социальные компенсационные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Граждане, которые имеют право на доплату к пенсии, но из-за высокого дохода не могут получить ее, обратились к депутатам окружного собрания с предложением исключить из расчетов доходов пенсию. Вот в связи с такими обращениями граждан, представленным проектом закона, предлагается с 1 января следующего года исключить из указанного перечня видов доходов пенсии, которые получают работающие пенсионеры, при условии, что если их место работы расположено на территории Ненецкого автономного округа. Положительное заключение на законопроект дал глава Ненецкого округа Александр Цибульский, отметив, что основные характеристики проекта окружного бюджета на 2018 год свидетельствуют об увеличении прогнозируемого объема доходов, а такие перспективы позволяют сделать вполне справедливый шаг по отношению к работающим пенсионерам. На реализацию данной меры социальной поддержки из окружного бюджета потребуется дополнительное выделение порядка 71 миллиона рублей. Данный законопроект парламентарии приняли сразу в двух чтениях. Несостоявшимся усыновителям придется возвращать денежное пособие в бюджет Ненецкого округа. Соответствующая поправка в региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство в приемные семьи, либо на усыновление в семьи граждан, принята в первом чтении депутатами окружного парламента. Изменения в закон внесены временно исполняющим обязанности губернатора Александром Цибульским и поддержаны депутатами регионального парламента. Предлагается установить обязанность возврата всей суммы полученного единовременного денежного пособия в окружной бюджет в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу решения суда об отмене усыновления ребенка. В целях социализации детей-сирот в округе предлагается создание службы постинтернатного сопровождения. Новый механизм будет введен с 1 января 2018 года. Согласно поправкам в окружной закон, такое сопровождение будет осуществляться на основании договора о постинтернатном сопровождении. Размер ежемесячного вознаграждения наставнику составит 2000 рублей. В настоящее время в регионе проживает 232 человека в возрасте от 16 до 23 лет, относящихся к категории лиц, которым может быть предоставлена услуга по постинтернатному сопровождению. Из них 47 молодых людей выразили желание получить указанную услугу. В Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа прошло заседание комиссии по комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования на территории окружной столицы. По его итогам, еще для 200 детей от 2 до 3 лет будут предусмотрены места в детских садах Нарьинмара. Возможность распределить из очереди детей этой возрастной подкатегории в дошкольные образовательные организации, расположенные на территории города, появилась в связи с введением в эксплуатацию нового объекта детского сада на 220 мест по улице Авиаторов. Как пояснили в профильном окружном департаменте, по состоянию на ноябрь в очереди в детский сад находилось 215 детей от 2 до 3 лет, в том числе 98 льготников. По представленным ведомства данным от руководителей детских садов, для детей от 2 до 3 лет может быть предусмотрено 200 мест. Так, детский сад «Ромашка» сможет принять 138 детей после переезда старших групп в новый детский сад в районе Авиаторов. «Теремок» – 51 место, «Кораблик» – 11. В связи с ограниченным количеством мест в детсад не пойдут в этом году 15 двухлетних детей. Как пояснили в департаменте, вышеуказанным детям место в образовательной организации может быть предоставлено частично. На сегодняшний день в очереди для получения места в детских садах Нарьинмара и поселка Искатели числится 1167 детей от 0 до 3 лет. Главные стройки Нарьинмара и Искателей. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский проинспектировал строящиеся объекты и пообщался с подрядчиками. Временно исполняющий обязанности губернатора сегодня посетил главные строительные площадки Нарьинмара и поселка Искателей. Это первая подобная рабочая поездка Александра Цибульского. Он осмотрел объекты, а также пообщался с исполнителями контрактов, которые рассказали о применении новых технологий для Крайнего Севера. Осмотр строительных объектов Александр Цибульский начал с будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят в микрорайоне Старый аэропорт. Заказчик – унитарная некоммерческая организация Фонд социально-экономических программ Ненецкого округа. Новый современный ФОК обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Масштабный проект реализуют на средства недропользователей. По словам строителей, завершить все работы планируется в конце 2019-го. Функциональный спортивный объект будет разделен на три части – водный комплекс, фитнес-центр и универсальный игровой зал. Универсальный
тренажерный зал с целью организовывать соревнования по мини-футболу в ассоциации... Проведение всероссийских соревнований по мини-футболу. По мини-футболу ассоциации мини-футбола России. Хороший, это будет такой, наверное, самый мощный комплекс. Вообще, откровенно говоря, его, я так думаю, что, наверное, даже не в округе. Следующий объект – многоквартирный жилой дом на улице Авиаторов. Его возводят из конструкций, изготовленных на местном заводе «Заполярье». В качестве подрядчика – компания «Полисжилстрой». Будущее здание представляет из себя семиэтажный дом почти на 300 квартир. Первые три секции сдадут в марте 2018, остальные 7 – в ноябре того же года. Специалисты уверяют, все работы ведутся согласно графику. Коммуникации все наружные подведены. Центральный тепловой пункт уже монтируется, и тепло мы в дом уже готовы подавать. Газ подведен, электричество подведено, вода подведена. Работы по благоустройству предварительного режима, ну, отсыпки все уже выполнены. Какие риски видите при реализации? Нет, на сегодняшний день нет. Осмотрел Александр Цибульский строящийся гостиничный комплекс на улице Рыбников. Его возводит Наринмарстройинвест. Заказчик – объединенный авиаотряд. По сути, это будущее малосемейное общежитие для сотрудников предприятия. Ну, приезжает человек в командировку. В квартире же лежит, интересно. Ему интересно, смотря было... сколько. Если три дня, то да. Если два месяца вахта, ну, даже... допустим. Но все равно комфортнее жить, собственно, ну, как бы в некой квартире. Не всегда в гостинице, потому что тебя там обслуживают, весь комплекс услуг ты получаешь. А здесь то же самое. А здесь, ну, не знаю, может быть, не знаю. Здесь идеология ровно такая же. Только, да, без пищеблока. А это уже не строящийся объект, а готовящийся к сдаче. Жилой дом на улице Тыковылка. Собственники большинства квартир – участники окружной программы «Ипотека под 1%». Глава региона побывал в поселке Искателей. Осмотрел два строящихся жилых дома на улице Поморской. В общей сложности на 43 квартиры. Такой дом собирается за месяц и два месяца отделки. То есть реально там строительный цикл 4 месяца. Здесь у нас немножко дольше это получается, но... По темпу монтажа этаж в неделю сейчас идет. Ну, то есть за сколько вы дома? Ну, до Нового года мы эти два дома должны собрать. Эти жилые строения возводят из так называемых сэндвич-панелей. Именно поэтому процесс строительства длится всего несколько месяцев. Кроме того, руководитель завода «Заполярье» Игорь Лысенко заверил Александра Цибульского. Несмотря на быстрые темпы возведения, такие дома способны выдержать любые морозы при соблюдении технологии. То есть собственникам квартир не стоит опасаться сильных холодов. В данном доме применяется система, что швы между панелями монолитятся. И минвата на минвату, там специальные зубья делаются минватные, эти швы перекрываются. И после того, как контур замкнется, дом будет приравнен к монолитному. И до 25 этажей по такой системе можно строить. В целом, увиденным Александр Цибульский остался доволен. По его словам, самое главное теперь, чтобы все эти проекты были реализованы в срок и максимально качественно. Иван Кутенников, Александр Дуркин, телеканал «Север». В департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа подвели итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года. Жилищный фонд региона и все теплоснабжающие организации подтвердили свою готовность к предстоящей зиме. Как пояснили в профильном ведомстве, оценка готовности объектов осуществляется в три этапа. Сначала паспорта готовности к зиме получают отдельно все объекты жилищного фонда, а затем энергоснабжающие организации, последними муниципалитеты. На сегодня к зиме в Ненецком округе признаны готовыми жилфонд, электро- и теплоснабжающие организации и все муниципалитеты, кроме Амдрова. До 15 сентября объекты жилфонда получили необходимые документы. На 664 дома выданы паспорта готовности. На один дом в Великовисточном сельсовете выдан акт с замечаниями. Теплоснабжающие организации подтвердили свою готовность к зиме до 1 ноября. Паспорта и акты были выданы всем организациям на 103 котельные на территории Ненецкого округа. Третий этап – оценка готовности муниципалитетов – проводится до 15 ноября Печорским управлением Ростехнадзора. По итогам работы комиссии этого надзорного органа паспорта готовности к зиме выданы трем муниципальным образованиям из четырех. Готовыми признаны Наринмар, поселок Искатели и Заполярный район. Муниципальное образование поселок Амдерма такой документ не получило в связи с тем, что не устранены замечания Ростехнадзора по итогам проверки прошлого года. При этом и жилфонд поселка, и ресурсоснабжающая организация МУП «Амдерма-сервис» признаны готовыми к зиме и имеют паспорта и акты готовности. Отдельно профильный окружной департамент проводил оценку готовности к зиме электроснабжающих организаций. Все они признаны готовыми к прохождению осенне-зимнего периода.
Ненецкий округ с рабочим визитом посетил командующий Северо-Западным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин. В ходе поездки он проинспектировал работу подразделения ведомства в Ненецком округе и встретился с личным составом. Сегодня Сергей Захаркин пообщался с журналистами региональных СМИ. Поговорили о задачах Росгвардии, взаимодействии и сотрудничестве ведомства со средствами массовой информации в целях объективного информирования общества о ходе формирования и результатах деятельности ведомства. Напомню, указ о создании Росгвардии был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле прошлого года. Помимо внутренних войск МВД, в ведение перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы. Сегодня войска Росгвардии есть во всех субъектах страны от Калининграда до Камчатки. В ведении отдела Росгвардии по Ненецкому округу, руководителем которого является майор полиции Александр Дмитриев, сегодня находится Центр лицензионно-разрешительной работы, а также вневедомственная охрана. Генерал-полковник Сергей Захаркин дал положительную оценку вновь сформированному подразделению. Проведена проверка подразделения. В целом подтвердила неплохие результаты и готовность выполнения задач. В этом году проведено определенное усиление. Сейчас мы прорабатываем дополнительные силы и средства с учетом тех важности, тех задач, тех объектов, которые предстоит нам прикрывать или обеспечить безопасность. А также решение вопросов лицензионно-разрешительного контроля оборота оружием, конечно, требует определенного усиления. Основные задачи Росгвардии – охрана государственных объектов и общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом. Во что одевались пустозерские модницы в прошлом веке, каким был мужской костюм и чем отличались жители Нижнепечорья от других регионов Российской империи. Об этом сотрудники музея-заповедника Пустозерск расскажут на выставке «Пустозерская мода». Экспозиция представлена в Доме Шевелевых. Во все времена женщины стремились выглядеть красиво, любили наряжаться и жительницы Пустозерской волости. Изучением одежды пустозерских крестьян вот уже более 10 лет занимается Елена Елисеева, заместитель директора музея-заповедника. Здесь были чердынские купцы, усольские купцы, которые привозили сюда товар, но, видимо, какие-то веяния городской моды тоже доходило и до Пустозерска. Нижнепечорские модницы рано отказались от сарафанного комплекса. На смену домотканым тканям пришли фабричные. Из них шили платья и парочки, притальные кофты с расклешенными юбками из шерсти и шелка, в которых сочетались традиции народной одежды и городской моды. Носили вот тулупчики, у нас представлены тулупы села Великопесочная, 30-е годы 20 века. То есть вот таких могли тулупах. Широко были распространены и покупная одежда. Были, например, покупные жакеты, пальто. На фотографии девушки Оксина, села Оксина, очень интересно. Тут уже видно, что у них покупные пальто. Такие шалюшки, такие уже шарфики, очень интересно. На руках можно увидеть, что у них перчатки, не только там какие-то рукавицы. Историю пустозерской моды хранят черно-белые снимки, предметы одежды и аксессуары. Сегодня они представлены на экспозиции в Доме Шевелевых. На открытие выставки побывали студенты дизайнерского отделения социально-гуманитарного колледжа. Окунуться в историю пустозерской моды могут все желающие. Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года. Ирина Нежалова, Леонид Шишилов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.